как все, что-то переживаешь, потому что все-таки возраст уже большой у меня, болезней куча, больше некуда. Паники нету, но задумываемся, конечно. Моем ручки ребенку почаще. Никакой паники нет, только руки мою и все. Задумываюсь уже, потому что как бы все это смотришь, страшновато. Жить-то хочется. Ну как, руки протираем. А вы? Ну конечно, а как, общая паника идет. Вот, поэтому ну, на этом фоне, конечно, страшно. Ну а вы панике поддаетесь? Я пока нет. Пока еще на позитиве. Нет. Надеюсь, что у нас пока все будет нет хорошо. Официальных данных, что в Брянске ее нету, пока не переживаем. Не опасаюсь, но мне внуки запретили вообще в бассейн ходить, по магазинам ходить. Только гулять, но в одиночестве. Ну, опасаться так, что прям уж паниковать нет, а меры, да, противовирусный прием для профилактики. Меры не принимаю, вируса опасаюсь. А в остальном, думает Минздрав.